Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет. Они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно – еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Артистичная отстраненность в сочетании с прекрасной интуицией и гибкостью характера позволяет таким людям быть хорошими психологами. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.